Всем доброго времени суток, вы на канале Hard Reset Info. Это телефон Samsung Galaxy A5 2016 года. И сейчас я вам покажу, как сбросить настройки, при этом не удаляя никаких данных на вашем телефоне. Для того, чтобы это сделать, мы перейдем в приложение настройки, затем спустимся в общие настройки и выбираем параметры сброса. Здесь выбираем сброс настроек и подтверждаем два раза. И, возможно, еще графическим ключом или паролем. Но у меня его сейчас нет, поэтому ждем, пока наш телефон перезагрузится. И на этом у нас все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч. Пока.